7 августа 2020 года в семье народного артиста Украины Виктора Павлика трагический день. Ушел из жизни его сын Павел. На момент смерти младшему ребенку музыканта был 21 год. Павел Павлик на протяжении 2 лет боролся со смертельным заболеванием, но спасти жизнь юноши так и не удалось. Впервые о болезни сына Виктора Павлика стало известно в октябре 2018 года. Тогда музыкант сообщил в соцсетях, что у его мальчика диагностировали саркому – рак позвонков. По словам артиста, болезнь появилась неожиданно и стала для них настоящим шоком. Паше сразу сделали операцию по удалению опухоли, а после потребовалось дорогостоящее лечение. Такая сумма была непосильна певцу, он обратился с просьбой о помощи. Вот что рассказывал певец. Кто знает, что это такое, тот прекрасно понимает, что это очень большие деньги. Это около 200 тысяч долларов. То есть, если перевести в наши деньги, это около 6 миллионов гривен. Это очень много денег. К счастью, нужные средства были быстро собраны, и парень смог приступить к лечению. Певца и его сына поддержали финансово многие коллеги по шоу-бизнесу, а также неравнодушные украинцы. В феврале 2019 года Виктор Павлик сообщил, что его сын идет на поправку. Павел выздоравливает. Единственное, что набрал лишних килограмм, потому что мало двигается, аппетит хороший, ест хорошо, анализы хорошие, уже 6 химий прошел, а надо минимум 10. Волосы выпали, бровей нет, трудно, но уже ходит сам, иногда с палочкой. Вашими молитвами, Божьей волей и вашей поддержкой стремительно идет на поправку. Самое главное, он свято верит в то, что он уже здоров. И я тоже свято верю в то, что он здоров. Но с мая 2020 года состояние парня стало ухудшаться. Он уже не мог передвигаться без коляски, а одна рука практически потеряла свою функциональность. На тот момент юноша уже прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Тогда Павел и его семья приняли решение прекратить лечение химиопрепаратами. «Оно больше не имеет смысла», – писал Павлик-младший в соцсетях. Но сдаваться парень не собирался и до последнего боролся за жизнь. В конце июля мама Паши поместила его в хоспис, где он провел свои последние дни. Вот что писала Лариса Сазаева. «Я учил сына принимать со стойкостью любое известие, особенно плохое, как солдат, идущий на войну. Ведь он не знает, вернется ли он живым с поля боя. Так саркома оказалась этим полем». Напомним, Павел – младший сын Виктора Павлика, которого ему родила третья жена Лариса Сазаева. Пара прожила вместе 18 лет. У музыканта также есть 34-летний сын Александр от первого брака и 31-летняя дочь Кристина от второго. Сейчас артист женат в 4-й раз на своем концертном директоре Екатерине Репяховой, младше него на 29 лет. Если тебе понравилось видео, то ставь лайк, чтобы не пропускать новости из шоу-бизнеса, подпишись на канал и нажми на колокольчик. Услышимся!